Всем привет, с вами Анастасия Зеленова, и сегодня мы будем делать анбоксинг. Я в этом не очень хороша, и это вообще мой первый раз, ну как второй, но первый был не очень профессиональный. И вот я сегодня в редакции навигатора игрового мира, и тут получили такую огроменную коробку. Вообще, перед Новым годом я получила такую же, но мне кажется, вам будет интересно посмотреть, что в ней находится, как она выглядит и почему она такая огромная. Давайте посмотрим. Мне кажется, сейчас понадобится потом помощь мужчин, чтобы... Вообще, мне кажется, я не очень хороша в открывании коробок, но мы сейчас... Ну, я надеюсь, я справлюсь. Так. Первый анбоксинг и сразу такой большой. Ну, мне как обычно везет. Ну что, давайте развернем нашу спящую красавицу. Блин, ну размер, конечно, это вообще... Лара тут у нас как в саркофаге, короче, лежит. Сейчас мы ее вызволим. Давай, Настя. Так, у нас очень массивная платформа. Наверное, только она весит пару кило. И наша Ларочка. Блин, на самом деле детализация очень впечатляет. Очень качественно сделана кровь, порезы. Вообще вся одежда очень круто. Так, давай мы тебя поставим, женщина. Так... Плюс у нас тут есть ледоруб и лук. В общем, почти все оружие. Так. И вот такой крутой ледоруб. Мне, кстати, ледоруб реально отличный. Прям очень детализированный. Так. Вот. Все, наша Ларочка в сборе. Смотрите, какая красавица. И плюс у нас тут есть еще карточка, которая нам говорит о том, что это все уникально. Их там несколько... Не знаю, сотен этих фигурок. Это, в общем, очень-очень круто. И реально получить такую вещь, это просто огромная удача. Мне кажется, сейчас вам всем захотелось получить такую же красотку к себе домой. Да-да. Вот такая вот у нас Ларочка получилась. Очень красивая, большая. И, кстати, по весу фигурка очень тяжелая. Наверное, килограмма 4 точно весит. Вот, так что, да, надеюсь, что вам понравился этот анбоксинг. Всем спасибо, что смотрели. Пока.